Get up! 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 Hold it! Go! Здесь у нас 288 килограмм. 265 зашли очень легко. Надеюсь, это тоже будет легко. Только что я... Так, дайте-ка я поправлю свою камеру. Только что я потянул 308 килограмм. Тяжелый неотказной сингл. Сейчас мне нужно сделать 6 по 3. 6 по 3. 6 чертовых подходов. По 3 повторения. Терпеть не могу что-либо больше 3 сетов. Сейчас на штанге 270 килограмм. Но главное, что 3 повтора. Безумно рад, как я потянул 308 килограмм. На следующей неделе надо потянуть 306. И я уверен, что все будет как надо. Но кто знает, возможно, цифра будет другая. Покажу своему тренеру эту тренировку. И, возможно, будет некоторые изменения. Окей, надеюсь, меня здесь нормально слышно. Я уже сделал 5 сетов с 270 килограммами. Сейчас сделаю 6-й сет, и это по-прежнему чертовски легко. Это значит, что я верно выхожу на пик. Последние тренировки тяги также были отличными. Еще у меня есть одна тренировка тяги на следующей неделе. И потом я уже выхожу на помост IPF. В Швеции на чемпионате мира. Последний сет, 270 килограмм. Сегодня суббота. Это значит присед 5 по 4. И это будут... Сейчас, дай-ка возьму свой телефон. Присед 5 по 4 и жим 4 по 4. Достаточно тяжело. Блин, да. Я собирался начать свою тренировку. И вспомнил, что я вылетаю в Швецию через неделю. Я вылетаю в следующее воскресенье. Сегодня суббота, и я буду в Швеции уже на следующей неделе. И в следующий четверг я буду выступать на помосте чемпионата мира IPF. В категории до 83 килограмм. С ума сойти.
Я сделал два сета по 4,279 килограмм. Достаточно тяжело. Думаю, вы заметили, что после третьего повтора я немного поулыбался. Я делаю это, чтобы меньше волноваться. Потому что, когда быстро делаешь все повторы, не удается идеально присесть. Это странно, но мне именно это помогает. Я улыбнулся. Окей, не торопись, все нормально. И это помогает технически верно сделать последний повтор. Хорошо справился с первыми двумя сетами. Достаточно тяжело. На прошлой неделе я приседал 270 килограмм. Вроде бы я сделал 5 сетов по 4 или 3 повторения. Я не уверен, что смогу так же быстро приседать и дальше. Если я продолжу приседать с этим весом, то это уже будут отказные подходы. Или почти отказные. Я буду умен, поэтому скину немного вес, чтобы сделать идеально. И остальные подходы. Сегодня долгая тренировка. Также после приседа я пожму 4 по 4. Вчера я с трудом жал 154 на 3 повторения. Очень тяжело, я был зол. И расстроенно пошел домой после тренировки. Это смешно, потому что пятница худший день для жима для меня, и я это знаю. Но все равно расстраиваюсь, когда плохо жму. И на следующий день я обычно всегда разрываю жим. Yeah.